Решение главы государства о проведении внеочередных выборов президента – пример приверженности демократическим принципам. Этим Касым-Жомарт Токаев, будучи законным президентом страны, выразил уважение народу Казахстана, отмечают депутаты Мажилиса. Выборы, считают они, станут новым этапом развития демократии в стране. Поскольку глава государства сделал такой выбор, это его право как гражданина, его право как президента. Мы это право, во-первых, уважаем. Во-вторых, он тем самым показал свои гражданские убеждения, свою систему ценностей как гражданина, как демократа. Я от имени партии «Ак-Жол» вчера на президиуме выразил признательность президенту за то, что он тем самым показал, что он уважает мнение казахстанцев. Он предпочел быть не, скажем так, не переданным президентством обладать, а избранным президентством, что только делает ему честь как политику, как человеку с, оказывается, твердыми демократическими убеждениями. Лично я считаю, что это стратегически правильное решение, потому что оно позволит укрепить стабильность в нашей стране и сохранить приверженность тому курсу, который был намечен Елбасы. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что это абсолютно правильное решение. Мы будем двигаться по пути дальнейшей демократизации нашего общества. Но вы сами понимаете, что подтверждение легитимности президента в стране путем всенародных выборов – это очень важный шаг.